Я ничего не чувствую. Должна, но не чувствую. Сэм погиб. Что ты сказала? Дядя Томми! Боже! Вставай! Сейчас будем готовить блинчики. А у нас папа умер. Да знает он, они же братья. Твой брат был героем. А кто вспомнит тебя, когда умрешь ты? А папа взаправду и навсегда умер. Представляешь, твой папа спас меня, когда я в эту реку упал. Ты так на него похожа? Может, не стоит? Наверняка ты считаешь меня жуткой занудой. В последнее время ты изменилась. Да? Имя свое помните? Хочу поговорить с женой. Фильм Джима Шеридана. Ну расскажи, что там произошло? Я вроде закрыл дверь. Спасибо, что позаботился о них. Я это не забуду. Ты спал с ней? Что у тебя было с Томми? Я думала, ты погиб. Я только хочу иметь возможность видеться с девочками. Что такое? Прекрати. Ты бесишься, потому что маме нравится спать с Томми больше, чем с тобой, Изабель! Знаешь, через что я прошел, чтобы вернуться к тебе? Ты знаешь, я спрашиваю! Проваливай! Что, стрелять будете? Сэм! Давайте, стреляйте! Нет! Братья. Скоро на экранах.